Из такой маленькой сосны через 8-10 лет вырастет молодой лес. На территории Вензелинского лесничества неравнодушные тюменцы высаживают 100 тысяч сеянцев деревьев. Участок внушительный, это 24 гектара, и он выбран не случайно. В 2021 году он пострадал от пожаров. Участники акции «Сохраним лес» приехали целыми семьями, со своими организациями, некоторые даже со своими домашними питомцами. Все в отличном настроении, и погода сегодня радует. Солнечно, сухо, тепло. Напомню, что саженцы сосен адаптированы к природно-климатическим условиям, и в течение 3 лет за ними будут ухаживать сотрудники Тюменской авиабазы, чтобы как можно больше саженцев сосны прижились, и снова на этом участке закрасовался красивый лес на радость тюменцам.